И когда я 18, в 16 лет окончил школу и решил поступать в ВГИК, если честно говоря, я даже не умел снимать. Где-то в пионерском лагере, я помню, меня научили печатать фотографии, поэтому я с трудом подготовил досье. Но удивительным образом, когда нужно было там снимать репортаж, какая-то сила повела меня на ВДНХ. Ночью я встал и пешком пошел. У нас дача была на Бабушкинской. Я перелез через забор и снял, как моют животных, быков, коров.